Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня будем заниматься тем, что будем охотиться за сокровищами. И вообще, имеет смысл это делать или нет? У меня есть 4 карты, которых мы сейчас... Вот сейчас Стефана вырубим, как раз сейчас прочитаем. Принять. Стефан, обещать. Дорогие друзья, если что, запускаю у вас, то я умерла, ничего еще хуже стать монстром, я остался от карты душ, там тайных складов с припасами. Печать, что если его найдете, то используйте, чтобы снова сделать мир чуточку лучше. Конечно, возьмем... Поездим, посмотрим, или вообще стоит охотиться за сокровищами на какой-нибудь уровень 55. Сейчас берем наш гирокоптер. Берем гирокоптер, который мы только что отдубасили, не знаю за что. Ну да ладно. Так, мы уже про, по большому счету, да, в полетах. Полетели мы, короче, за сокровищами. Надеюсь, это недалеко. Кстати, посмотрим, где это вообще находится. Ой, ёшки-матрёшки. Ой. Довольно-таки... Ай-яй-яй-яй-яй. Довольно-таки далеко. Ну, это по меркам, если мы бы двигались транспортом, на транспорте, да? А у нас тут есть гирокоптер или... Как у нас? Вертолет, короче. И полетели, посмотрим, короче, что там происходит. Короче, как долетим. Будем копать. Кажется, это все это будет в зиме, наверное. Посмотрим, что это вообще за дело. Там у нас. Я буду здесь часто использовать таймлапс, чтобы это быстренько все происходило. Чтобы мы тут не парились долго, не занимались всякой херней. Просто чтобы это быстро все происходило. И мы просто уже готовились к финальной части, где мы там будем копать. И когда уже мы что-нибудь найдем, то тормознем таймлапс и дальше мы наслаждаться игрушкой. Ну и так, друзья, мы нашли сундучок первый. И смотрим, что у нас здесь будет интересненького. 6000 золота, 38 патронов, акустика 13. Ну, неплохое, неплохое. Ну, я считаю, что можно было бы, конечно, что-нибудь получше там найти. Ну что ж, выбираемся из зимы. Берем наш вертолетик. И погнали уже тогда. Сейчас давай берем следующую эту. Прочитать. Как, они будут в городе сокровища Сары. Так это обычно происходит. Сейчас посмотрим, где это у нас находится точно. О, ну да, нам надо лететь в город сейчас. Очень хорошо. Так что полетели в город, друзья. Посмотрим, что нам Сара приготовила за сюрпризик.
так, приземлились мы довольно-таки не, очень аккуратненько. Ну что ж, побежали смотреть, это здесь должно быть. Не дай бог, что еще в этом сраном доме. Нет, не может быть, это где-то здесь. Тихо. Зомбарь. Или что-то вроде этого, так, ну смотрим. Так, это где-то здесь, смотрим, идем. О, здравствуйте. До свидания. Так, ну где-то здесь должен быть. Ну что ж, поехали. Я перелопатил все возможное, блять. А он оказался вот где он сидит. Ах ты жопа. Ну, смотрим, что здесь у нас. И столько потратил бензина ради вот этого. Ради этого говна. Извиняюсь за выражение. Твою мать, а. Жопа, выходи отсюда уже. Да, это очень печально. Хорошо, ладно, нам надо дальше, друзья. Нам надо бензин. С бензином мы ничего не сможем сделать, посмотрим, по большому счету, но... Так, ладно, окей, дальше. Следующая записочка. Сколько у нас будет? 273, надо будет залететь за базу, взять еще одну карту, прочитать. Если ты нашего забит, значит, возможно, что так, без мог становиться припасами. Но это как-то как обычно, ничего нового. Как ты далеко? Ёж ты матрешки. Ладно, нам надо на базу, друзья. Короче, пойду я понапомню по запасу бензина и вернемся, друзья. Ну что ж, друзья, мы наполнили наши баки и погнали. У нас еще 9000 бензина есть, должно хватить, по идее, я так думаю. Ну что ж, как с легким ветром. Сейчас опять, наверное, обратно вернемся в зиму. Ну и там уже покопаемся. Надеюсь, не потратим столько же топлива, сколько, блин, в предыдущий раз. А то это будет слишком жирно уж. Пока что у нас самый хороший лутик, это был вот в зиме. Плюс-минус, ну там денежки были, голимая экипировка и вообще, а вот последним вообще там ужасно, ну ничего, да не держи денег, а просто какая-то херово, блин, не знаю, как его назвать даже, блин. Ну ладно, посмотрим, что получится из этого.
Лиза, пойдем сейчас зачистим эту местность. Нам нужен волк. Ой, и лапку отстрелил тебе. Ну, извини, дружище. Не планировал тебе лапку отстрелить, но... Не получилось так. Мне нужны кости, нам нужно клей, надо очень много клея надо. Так, мы все просрали. Так, ну что, вот это самое противное, друзья. Потому что это на склоне горы, и мы хера знаем, где она находится сейчас на данной стадии. Это плохо. Так, смотрим, как далеко мы дойдем, потому что все, она может быть на глубине 7 метров. Ну давай, подруга, покажи мне, куда ты закопала свои сокровища. Окей. Где-то в этом районе, да, ты говоришь? Где-то здесь, да? Ой, будет. Короче, значит, друзья, у нас есть одно очко. Я надеюсь, мы можем его использовать. Сейчас посмотрим. Очко у нас есть доступно. Где у нас? Это сбор трофей. Это, не знаю, это везучий искатель. Это что у нас? Не глубже 5 метров. А почему я не могу сделать его? Уровень восприятия 3. Бляха-муха. Ну ладно, я мог, конечно, очки взять и это прокачать, но, наверное, посмотрим. Надеюсь, что не глубоко. Что-то, блин, довольно-таки быстро нашли мы припасики. Ну, ну смотрим, сейчас момент истины. Ну, 5000, ну тоже неплохо. Забираем, вылазим отсюда. Ух ты, блин, кто-то провалился опять, ёпта. Пацаны, где там? Ах ты, сущий ад. Извини, дружище. Так, ну что ж, поехали на последний. У нас есть еще одна открытка. Мы посмотрим, что у нас там будет. Так, где у нас есть умнет? Иди сюда. Прочитать. Ну, в припасы. Ну, опять как обычно. Сара. Вот и нас в этот раз спрятала все припасы. Опять в городе будет, да, где-то? О, нет. А где они? Где подруга ты спрятала? Припасики. Ой, ёптать, опять в зиму надо плыть, друзья, вот он. Ну, значит, я сведу его хорошим лутом, да, я надеюсь. Взлетели как про. Ну что ж, погнали.
Ну что ж, друзья, приплыли мы. Вообще очень плохо, зима, ночь уже наступает. Блин, будет смотреть. Надеюсь, что быстро найдем, опять же. Я уже видел. Вот он. Ну что ж, друзья, смотрим. Последний. Ну, 9000. Неплохо, неплохо. Окей. Ну что ж, друзья, летим на базу подводить итоги, чего мы сегодня накопали. Ну что ж, друзья, главное сейчас красиво приземлиться и не обосраться, блин, там ерунда. И подведем итоги нашей вылазки за сокровищами, да, как говорится. Так, носик задрали, да, понемножечку, понемножечку. Носик задрали. Отлично, нормально. Чуть продамажили, скорее всего, да. Я имею в виду базу хвостиком. Ну да, чуть-чуть тут 12 единиц треснули. Итак, ну что, спускаемся вниз, смотрим, что мы приобрели. Итак, 4 карты. В общей сложности подведем итоги. Мы добыли 22 000. Да, 22252 монеты. Ну, фишки, казино, неважно. Модификация для бейсбольной шапки, модификация для топора, первого уровня стальное копье, железный нагрудник первого уровня, ботинки кожаные первого уровня, стальные перчатки первого уровня, $236, старые купюры, да, что еще? Ну да, 60 патрон классика и там было сколько, 30 патрон, кажется, дробаша. Ну, в общем, то, что я скажу так. Ну, выгодно в этом плане, если вам нужны деньги, да, вы можете плавать, летать, и, не знаю, может быть, в дальнейшем это увеличится, да, потому что, ну, я сейчас не вижу в этом смысла, ну, 20-30-40 тысяч, мне реально некуда их девать, может, потом они где-то понадобятся, но на данной стадии нет. Так, не знаю, потому что, ну, все изучено и все уже сделано, тут я не знаю, что можно еще замутить. Чтобы это было все. Это, короче, пойдет. Это даже не буду продавать, это просто сразу на разборку идет все. Вот, это все разбирается. Больше мы получили пользу того, что мы реально покопали и достали какие-то ресурсики, да. Ну, в этом даже больше какая-то выгода была, по большому счету. Так что вот такие делишки, друзья. Ну что ж, займемся следующим первым тиром. Я, скорее всего, с квестов, но это уже на следующий день. Плюс еще, друзья, у меня есть модик. Новый модик я оставлю в описании, где можно скачать. Модик в том заключается, что у нас есть, например, мы можем переместить все, что у нас здесь есть, в этот контейнер. Это первая функция. Вторая функция, он переместит все, что, например, переместит предметы в контейнер с добычей, чтобы заполнить существующие сетки. То бишь, если там какой-то дополнить, например, у нас есть камень, да, вот сейчас мы сейчас добавим камень, он сейчас добавит камень сюда. Видите, он закинул, добавил все это дело. Третье, это принести все предметы, которые есть добыча, к которому уже есть хотя бы один стак. То бишь, например, если там есть, вот, например, мы вот переложим, да, камень, да, вот там 6000, да. Если мы переложим, он переложит только камень. Вот, видите, переложил камень.
Потому что камень уже есть, что хороший мод, удобный. Я оставлю ссылку в описании. Если кому надо, будет скачайте, друзья. Так что вот такие делишки. Ладно, короче, занимаемся дальше. Итак, друзья, следующее в планах, что мы будем делать. Мы будем заниматься первым тиром квестов от торговца. Ну, это будет уже в следующей серии. Так как на сегодня мы, наверное, довольно-таки неплохо поработали. Плюс я сегодня экспериментировал с видео, с таймлапсами. Надеюсь, что вам понравилось, затянется это все дело. Вот. Так что да, следующая серия у нас будет уже посвящена чисто первому тиру заданий цепочек у торговца. И посмотрим, какие у нас награды после этого выпадут. И что вообще он нам даст, и сколько вообще опыта это поднимет, и насколько это сложно в данной ситуации. Потому что я еще это не выполнял. У нас 56 уровень, как видите на экране, да. Посмотрим, как это у нас получится, не получится. Ну, попытаемся. Вот. Так что, друзья, большое вам спасибо за поддержку. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение насчет новых видео. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.